Всем привет и прямо просто продолжаем мы проходить Человек-паука из PlayStation 4. Ну что у нас, там хотят взорвать черную кошку, потому что у них так на флешке оказывается этот как его. Ну, короче, будет знать, где они находятся, только как они заминировали, все бы интересно. Но тоже это очень слишком интересно. И еще она нас обманула, в том смысле, что у нас тут есть ребенок у нее, но на самом деле ребенка вообще нет у нее. А у нас тем более. Подождем. Добежать до черной кошки. Окей, погнали. Давай, давай. Держись, Фелиция. Такси, какой нафиг такси? Вот она. Фелиция! Неужели поворот такой событий, она там погибает, да? И вот он, Павла. Стоит. Только тут измененный он, но все равно прикольно сделали его. Продолжение следует? Как вам продолжение следует? Не может конец, что это все конец. Охуеть, это был конец? Вот это финал? Ёб твою мать, сколько я, блядь, это чем я буду серию всего лишь на 2 минуты? Офигенно просто. Я не доиграл, я думал, будет битва. Вот и потом DLC будет этот, блядь, как называется. Короче, все ясно. Все прям ясно. Почувствую, что тут происходило, все понятно. Погибла она или нет, я не знаю. Это еще знак вопроса, это все возможно быть. Но следующее дополнение, так понимаю, битву будет этих всех продолжаться. И мы с Амбаум. Ой, Амбаум этим твердым лопом еще встретимся. Вот такой поворот событий. Надеюсь, за эту музыку мне ничего не сделает. Давайте субтитры посмотрим. Ну а что-то мы видели все это. Пропускаем. Что у нас дальше будет здесь интересно? А, понятное дело. Все-таки она погибла, что я не понял. Ого. А тело так и не нашли? А, нет. Тело не нашли. И значит, поворот. Думаешь, событий. Она жива? Не знаю, ну, все возможно, да, но. Ну, и каково тебе не быть папой? Нет, нет, серьезно. Честно, это... Это облегчение. Ну, у меня и так полно проблем. Да, да уж. Но... Отец из тебя выйдет отличный, по-моему. Когда-нибудь. Думаю, да. Окей. Так, поздравляю, вы завершили кампанию ограбления. Приключения продолжают следующая кампания Войн Банд. Вот она. Доступен новый костюм. И что за новый костюм доступен? Это что за новый костюмчик такой? Нихуя себе. Ха, прикольненький. Давай старым побегаем. Так, подожди. А, вот. Что, летать-то не мог нормально.
Я бы сказал, получился отличный кадр. Так что я там сфоткаю, я не узнал. Вот это может быть, да? Так, тут осталась у нас картина, да? Если не ошибаюсь, найти. Только сколько их осталось, я даже не знаю. Тут картины есть. Тут картины есть. Прелесть. Еще как, чувак. Заебись все, блядь. Везде все хорошо было бы. Ну давайте за картиной полазим, значит. Поищем и все остальное в данный момент. Внимание, постам. Объявлено о пропаже ключевого свидетеля. Окей. Всем машинам, у нас происшествие в Брайанте. Бегу. Эй, куда пропали? А, вот они. Дуболом и кувалды держат в багажнике. Какой груз в багажнике? Это опасно! У нас потеря! Я тебя прикончу! Все в машину! Какую нахуй машину? Колыжник еще в машине. Ты пидорас, блядь. Вы пристегнуться забыли. А нельзя бы просто остановить машину, да? Помогите! Я в багажнике! Все, гуляй. Ты на свободе. Не дай бог попасть в багажник. Ты молодец. Полиция скоро приедет. Лучше будет, если копы меня уже не застанут. Погнали за картиной. Полетаем хотя бы в этой серии. Следующая серия только будет, когда выйдет, конечно, этот. Или, может, временами будет появляться здесь. Одна из украденных картин где-то рядом. Так. Внимание патрулям! Сообщение о сработавшей бомбе! Происшествие недалеко от Лонгакра. Похоже, Харди что-то здесь спрятал. Еще одна картина. Все, готово. Погнали, поможем. Детектив, высылаю координаты. Нашлась еще одна украденная картина. Спасибо тебе. Я вышлю кого-нибудь. Зачем Харди пытался сбежать из Райкер? Со сроком за грабежи он мог выйти досрочно. Харди слишком зазнался. Маджия хотела, чтобы он работал. Опа, на них. Опа, понятно. Он отказался. Им это не понравилось. Бомбы искать. Да, этих людей лучше не злить. Особенно, если у тебя есть семья. Маджия ни перед чем не остановится, если нужно. Я заметил. До связи, детектив. Вижу. Это отключено. А где остальные? Да, блядь, сука, застрял, но... Отключено. Буду искать другие. Обезвредил. Еще одна. А, я про карту забыл, что карта есть. Hey, guys, no change. Где? Паукобот видит датчики, как мигающие. Вовремя. Все, заебись. Все выполнено, Человек-паук. Повезло. Кувалда настроен серьезно. Так, что у нас ждет вообще здесь? Так, тут у нас особо ничего нет. Вот еще картина здесь есть. Можем сгонять за ней. Опа, тут что случилось, интересно.
где это вообще, наверху что ли? Здорово, чуваки, бля, охуели что ли? Слушайте, если эти деньги поддельные, значит вы поддельные гангстеры. Валите его! Тебе привет от босса! Окей. Еще разок, бля, нихуя себе он. Бейте его! Да мне громил больше бесят, бля. Бля, не того, бля, ебашишь, бля, сука. Ты труп, понял? Чё хочешь, пизды получить, бля, пидорас. Всё, готово. У кувалды плохая кредитная история. А, кувалда. Ну, лоб, какая разница. Ну, происполучил замечательно. Похоже, я рядом с одной из украденных картин. Это она здесь находится, да? Понятно, сюда. Добыча должна быть здесь. Вот она. Еще картина. Ломаем, ломаем, все ломаем. Там здесь ничего нету у нас. Здесь то же самое. Бля. Нашел еще одну картину, детектив. Харти умел прятать свою добычу. Он был матерым домушником. Заметно. Так как вы его поймали? Хотел бы я сказать, слаженными усилиями полиции. Но мне все больше кажется, что он просто дал себя поймать. Спасаясь от Маджи, он не мог не знать, что они достанут его и в тюрьме. Верно. Но отойти от дел было для него лучшим способом защитить свою дочь. И в итоге к делам он так и не вернулся. Вот такие дела. Ну ладно. Что у нас? Где у нас дальше? Бля, опять картин нет нихуя. Эй! Это же не все картины-то. Блять, крюк что ли? Хуй поймешь, что здесь творится. Ну, картин готова. Здесь. Тоже готово. Тоже готово. Тут нету. Тут она картин где-то находится. И тут где-то она картин находится. Где фиг помер, да? Ну давай поедем по-быстренько. Метро, ё-моё. Чекпоинт метро. Офигеть, да, такая фигня? И где ты? На чем поедешь? Только в метро ты ездишь, да? О, чекпоинт еще один. Пиздец, как он творится, блин. Окей. Вот, вижу. Вот это глюк мне бесит больше всего, бля. Наверное, один из тайников Харди где-то рядом. Вот он, бля. Вот он. Еще готов. Интересно, сколько такая картина стоит? Поздравляю, детектив. Вы получаете часть награбленного Уолтером Харди добра. Слушай, без обид. Я тут просто просматривал материалы. Некоторые свидетели утверждают, что вы с новой черной кошкой работали вместе. Это правда? Она сказала, что собирается исправиться, а я поверил. Я ее обучал, и она сделала немало хорошего. Поначалу. Увы, от некоторых привычек трудно отказаться. Я узнал, что она ограбила бандитов, которых мы прижали. И у нее дома действительно нашел краденое. Ты знал, где она живет? У вас точно были только профессиональные отношения? Это вопрос как-то слишком личного характера, детектив. Пожалуй. Работа у меня такая. Звони. Окей, окей, работа такая. Так, тут где-то еще есть карта. Полиция уже в пути. Мне пора. Блин, а где еще она картина?
И картина. Вот она. Внимание, ботам. Ведется преследование. Возможно, машина мастер. Понятно. Происшествие рядом с Карнеги-холлом. Похоже, я рядом с одной из украденных картин. Да, блядь. Это у нас здесь. А, понятно, в трубе. Вот она. Интересно, всё? Сколько такая картина стоит? Еще кое-что нашел детектив. Харди подготовил себе безбедную жизнь. Я ему почти сочувствую. Думаю, в итоге все сложилось к лучшему. Смерть? Ребенок, оставшийся без отца? Поверь, это вовсе не лучший вариант. Лучший, когда дело касается Маджии. Смерть Харди все упростила. Если бы он и его дочь просто исчезли, гангстеры бы продолжили их искать. Он бы мог стать свидетелем обвинения, получил бы защиту. Да-да-да. Ну теперь здесь где-то надо искать еще на карте. У Маджии длинные руки. Есть вещи, которые не проходят бесследно. О, согласно моим записям, тебе осталось найти всего одну картину. Я сообщу, когда найду ее. Вижу. Всем постам. Сообщается о вооруженном нападении. Возможно, Маджия. У нас вызов. Окей, пусть это сделано. Я покажу вам, как вести переговоры. Что? Это паук! Ложи! Покажи! Бля, это ж мощь, блядь, заебал своей палкой, блядь. Все, готово. Избиение бандитов. Вечная классика. Всегда рад помочь. А где картина? Вот она, вижу ее. Ну ты опасная картина. Наверное, один из тайников Харди где-то рядом. Сделать, бля. А, понятно. Еще картина. Сколько же он украл? Все готово. Детектив, кажется, я нашел последний тайник. Точно нет никаких других? Точно. Это последняя часть наследия Харди. Не знаю, как тебя и благодарить, паук. Всегда рад помочь, детектив. И знаешь, я думаю, ты прав насчет новой кошки. Приглядывай за ней, ладно? Это для меня важно. А... странно как-то. Что он имел в виду? Лучше перезвонить и спросить. Набранный вами номер больше не обслуживается. Чего, бля? Стало еще страннее. Загляну-ка в его участок. Погнали. Где? Недалековато, долетим. Ничего страшного. Кувалды опасны. Я их остановлю.
пизда вам, уроды, бля. Уголовное преступление. Ну чё, уроды, бля? Нужен подкрепление, нет, зайдёт ты паук. Ну как всегда. Еще эта драка набирает популярность. Ну чё, уроды, блядь, а? И вот больше все ж было, да? Фух, вот это жизнь у бандитов. Быстрые машины, свистящие пули и срок в тюрьме. Ну чё, куда лететь-то надо? А, вижу. А тут близко уже, километр осталось, даже меньше. Мы уже привыкли летать по городу. По крышам даже интереснее летать. Быстрее. Вот и мы здесь. Привет. Мне нужен детектив Маки. Маки? Не, не знаю такого. Старый такой, с усами. Либо участком ошиблись, либо вас кто-то разыграл. Да. Разыграл, это точно. Детектив Маки, или лучше сказать, Уолтер Харди. Эй, не суди меня строго. Я сделал то, что было нужно. Твоя дочь считает, что ты погиб. Пусть продолжает считать. Для ее же блага. Ладно? Ладно? Ты меня одурачил. С чего мне что-то делать для тебя? Потому что ты хороший парень. Береги мою девочку. Ах, какой же только я... она погибла. Надо стать таким же бессердечным циником, как все вокруг. Ну все, пройдено, получили мы 1500 опыта, только ты чё и куда, я не знаю. И будет вообще он качаться у нас долгий срок. Так, что хотел я посмотреть? Так, костюм, понятное дело, тут понятно, навыки, понятно, задания нету, коллекция, это понятно, успеется. Это уже все сделаю, кокон. 500 врагов. Чуть-чуть осталось. А, это в полете я тоже, да? Возраст неизвестен. Охуеть просто. Она же, кажется, моложе, да? Вот, скоро будет. Серебряный луч какой-то еще есть. Ладно, на этой ноте мы закончим уже эту серию. Увидимся в следующей серии. Прохождение. Всем удачи вам. И пока.